А где свет? Моя ты рыбка, здравствуй, моя ты крошечка, боже господи. Это крупный. Это мама крупный. Милая, господи, мама милая, поди найди, нами. Называется. Она, видишь, прикопала там. Положи ему эту штучку. А он ел уже, а как часто его надо есть? Она сама. А, сама уже все. Сегодняшней ночью они сами. Волтер, посмотри, папаша ты. Очищай. Мать, мама дорогая. Я тут как с младенцем, знаешь, это три ночи уже, да. Не, ну так, они очень тяжелые вынашивания. Я не знаю, как просто... они вообще, люди, которые много, вот это просто... Это дура дурацкая. Почему? Она лижет его, не дает ему ни спать, ни есть. Все время не останавливается. Ну, может, ему плохо, и она... Нет, как-то... она дура, потому что. Я, чтобы она ее покормил, не было шелака. Видишь, смокинг, он пришел. Да, наверное. Да, смотри. Сленка, вытащи его чуть-чуть, мордашку. И какой придурочный Волтарен. Почему-то он придурочный. Посмотри, какое чудо, чудо какое. Я не по этому поводу. А, кстати, насастый-то, да, вкусного. А и гулящий Боже, такой же, деда. Даже страшно руки его взять, мамочка. Скорострел, когда он успел? Мама моя, видали Боже, вот это? Боже, вот смокинг у него прямо, посмотри. Да, прямо видали, с галстуком. Моя ты рыбка, я не могу, боюсь прямо. Да, а что ты боишься-то? Боюсь. Я знаешь, как его волохаю вообще. Заставляю на них, где дети? Господи, посмотри на них. Господи, милостливый, какой... Да, Мюша, мама моя. Я его взвешиваю на кухонных весах. Какой-то он очень длинный. Так он большой, один очень крупный, 154 грамма он весил, это очень много. Много. Это очень, они говорят, это он должен был весить в месяц, да, столько. Но он похудел на 40 грамм, правда, физиологическая потеря веса. Лаки осторожно. Где дети, посмотри на своего отпрыска, папа Волтер. Посмотри. Папа Волтер, смотри, Волтер, Волтер, Волтер. Посмотри, где... Он скажет, крыса. Себе. Боже господи, и мои носки делала, снимает красиво. Волтер, мне не интересно, да, все дела? Не, я тебе говорю, вообще, вообще, это столько раз проверено, и вообще пофиг. Боже, вот какой так, он еще так скрил, так, ну, он такой, как таксёныш прямо. Как крапилер. А это крапилер, они все, говорят, рождаются, как крапилер. Масяня. Масяня, какой масяня. Это твоя рыбочка такой. А лапы-то, вот смотри, они лапы уже белыми стали. А да, были же, а были же ярко-розовые вот эти лапы, круглые. Прямо, да, медведика. Розовые, да. Все, уже, видишь, не розовые. Не-не, к двум месяцам уже будет везде грызть, срать, ссать и все. Как это? Все как надо. Видишь, вспомнили, от гейкона польза, коврик греющий, вот так у него тут лежало. А сейчас он... не надо, да? Слушай, ну он все время с матерью теперь, когда все время с матерью, уже не надо. Я там около батареи поставила, видишь. Волтер, Волтер, что? Вот посмотри, тут я сплю, вот там у меня на трубочке стояла. Видишь, как хорошо. Здесь, здесь, говорит, нормальная вообще история. Да, не сломай ему руки, ну, умоляю тебя. Не, ну, положи его, жалко. Привет, мой дорогой. Волтер, кто это маленький? Волтер, а, это какая разница? Папаша, мы папаша. Мы даже не остались, понимаешь, как он будет нервничать. Ты же помнишь, он нашел ее. Я когда увидела, я его вытащила, я одела ей трусы. Так вот он за это... Лаки, лаки, материнства нет, так у нее... Костов, соответственно.